У школьников в самом разгаре весенние каникулы. Но для воспитанников спортивных школ Славянского района это время не проходит напрасно. Для легкоатлетов 2000-2006 годов рождения отделение легкой атлетики подготовило и провело большие соревнования. 28 марта Центр спортивной подготовки «Олимпиец» принимал открытое первенство района по легкой атлетике на призы весенних каникул. Воспитанники отделения «Королевы спорта» соревновались в такой дисциплине, как прыжки в высоту. Участие в турнире изъявили желание принять 58 спортсменов из Славянска на Кубани, станицы Анастасиевской и города Абинска. В четырех возрастных категориях, как среди юношей, так и среди девушек, легкоатлеты Славянского района заняли практически все призовые места.